Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство ThinkPad 3 Pro. И сейчас мы разберемся, как подключиться к Wi-Fi на данном девайсе. Итак, для начала мы смахиваем шторку сверху вниз для открытия панели управления. Здесь зажимаем кнопку Wi-Fi. После чего нажимаем здесь эту кнопочку, чтобы она стала ON. Теперь выбираем сеть, к которой хотим подключиться. Вводим пароль от нее. После чего нажимаем Enter. Нажимаем подключиться. И подключение успешно. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!